А потом вот этот вот Фабер, по-моему, дедуля вот этот вот был замечательный в книге. Я уже не помню. В книге еще был замечательный вот этот вот бывший профессор Гарвард чего-то, который, в общем-то, ему помогает, и из-за него все начинается. Это именно фильм, это именно человеческие какие-то. Книга более... То есть здесь схема просто. Вот раз, как шахматы. Этот сказал, этот тоже. А в книге там все таким духом общения наполнено совершенно по-другому. Там понятно, почему это все происходит, откуда все это истекает, куда, что это все. Кстати, ВКонтакте в группе можно писать какие-то свои пожелания. Я думаю, что да, да, и вот интересное его мнение. Вот его мнение это интересно, а не наше. А вдруг он сказал, ничего. Если я правильно понял. А, и собаку они еще убрали. То есть они сюжет очень много. Да, а я вообще как мафии. Самый первый я его видел. Такой худощавый. Ну, юный. Игрался как худощавый. Не был. Ну, я уже на сравнении. По сравнению с Санкт-Петербургом. Господи. Ну, это было бы жуткая такая бесценная. С 8 ногами? А здесь от этого фильма каких-то технических прибамбасов ты не ждешь. Я как бы, ну, первый раз, когда я его смотрела, много было бы лучше, если бы они хотя бы обычную собаку. Одна-одна. Да, и жену, и вот эту вот девочку Ларису играет. Одна актриса. Я просто до этого прочитала, поэтому я заранее уже. Очень удобно. Ну там как бы, наверное, это тоже какая-то концепция. Да. А что, незаметно? Нет, политическая конкретная, не просто вот, как бы сказать. Теоретическая, а практическая. Да, там что-то такое происходило. Вообще, вот как вы смотришь фильм... Демократы проиграли выборы, вот. Ощущение того, что происходит сейчас. Это и происходит сейчас.